Здравствуйте! В эфире рубрика «Народ хочет знать». На вопросы жителей города отвечает начальник отдела МВД по городу Армавиру Игорь Шаповалов. Игорь Васильевич, какова кадровая ситуация в отделе? Не наблюдается ли нехватка сотрудников? И если есть вакансии, как можно устроиться на работу? Вы знаете, с кадровой ситуацией в отделе, к счастью, у нас приятная ситуация, благополучная. У нас некомплект составляет менее 4%. Это при среднекраевом, если меня не изменяет память, в районе 8%. Это очень неплохо. Потому что если приводить ряд территориальных органов, там порядка 30-40% некомплект. Вот. В этом плане мы, в общем-то, неплохо смотримся, и это очень хорошо. Но, тем не менее, да, имеются у нас вакантные должности. Я бы, пользуясь случаем, пригласил бы на службу в отдел по городу Армавиру на должности полицейских патрульно-постовой службы, на должность участковых уполномоченных полиции, есть вакансии. Значит, на должности водителя полицейского, на должность кинолога, кинологическая служба имеется, пока не комплект у нас. Подскажите, пожалуйста, если жители Армавира заинтересовались указанными вакансиями, по какому телефону им можно обратиться? Да, можно обратиться по телефону 8-999-43-77-156. Спасибо большое за информацию.